есть песня про духовые оркестры. И я думаю, что вот эта песня о нем, давая всем пример, на плац всегда выходит прекрасный офицер. Это о нем слова. Слова об этом человеке. Сколько он сделал прекрасного, доброго, чистого. Какие фестивали они проводили. Думаю, что сюда будут приезжать все, кто его любил, не только из Москвы, со всей России, из других уголков мира. Потому что он сделал для этого очень много. Династия дирижеров, прошедший путь. И сегодня тяжело это все соизмерить. И смерть-то как прерванный полет, как прерванная песня. Давайте так, чтобы память о нем была всегда. Она будет всегда. Потому что люди всегда будут помнить этого прекрасного человека. Светлая ему память. Пусть земля ему будет пух. Мы сегодня общаемся с Валерием Михайловичем, человеком с большой буквы, прекрасным человеком, прекрасным, любящим мужем, отцом и дедом, блестящим офицером-генералом, который история еще оценит, что он сделал для военной музыки, когда я могу сказать, что он ее сохранил. Он воспитал вокруг себя плеяду своих последователей, которые, уверен, продолжат его дело. Великолепного артиста, музыканта, композитора, народного артиста России, который, наверное, после развала Советского Союза, Валерий Михайлович, единственный написал еще порядка 15 маршей военных. Уже никто этим не занимался. Вот так в жизни происходит, что упокоился он на Владимирской земле у храма Архангела Михаила, недалеко от дома, где родилась его бабушка, мама. На родной мне Владимирской земле, невдалеке от места, где погиб Юрий Алексеевич Гагарин. Любой музыкант знает, что гибель другого музыканта – это огромная трагедия, но гибель коллектива музыкантов вместе, во главе, вместе со своим дирижером – это просто беспрецедентная, страшная трагедия. К тому же, Валерий Михайлович, для нас вы были не просто замечательным полководцем духовых военных оркестров, вы были замечательным полководцем симфонических оркестров. Это замечательный организатор был. Вот, только благодаря его неутомимой работе с международного фестиваля «Спасская башня» началось развитие вот этой вот формы в нашей стране. То есть после этого последовал фестиваль в Хабаровске, и фестиваль на Сахалине, и Тамбовский фестиваль.